клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. Этот торжественный и в то же время ответственный день стал отправной точкой в дальнейшей судьбе курсантов Рязанского государственного радиотехнического университета. 120 человек приняли присягу на верность Отечеству. Сейчас все они проходят сборы в военных частях Рязанского гарнизона и Московской области. Сейчас проходят учебные сборы. Учебные сборы – это завершающий этап обучения по программам военной подготовки. Они здесь в полевых условиях работают на образцах техники военного назначения, выполняют учебные стрельбы на полигонах и выполняют тактические нормативы на тактическом поле. Присягу приняли курсанты военной кафедры и учебного военного центра. Последний является полноценным аналогом военного училища. Он готовит офицеров для службы по контракту. Курсанты военной кафедры проходят обучение по двум программам. Офицер запаса с присвоением звания лейтенант и зачислением в запас. И с 2014 года проводится военная подготовка по программе солдат запаса с присвоением звания рядовой и зачислением в запас. Таким образом, любой студент очной формы обучения может на конкурсной основе пройти военную подготовку и отдать тем самым долг Родине, после чего он не будет подлежать призыву на срочную службу. В добровольном порядке выпускники кафедры могут пойти служить по контракту. Однако, какой бы путь студенты ни выбрали, в ВУЗе их всегда ждут для дальнейшего обучения. Конечно, мы их у себя ждем в магистратуре. У них есть определенные привилегии при поступлении в магистратуру. Тем, кто прошел военные сборы, закончив обучение на военной кафедре. И потом, после магистратуры, имея первичное офицерское звание лейтенанта, те, кто выберет для себя путь службы в вооруженных силах, в силовых структурах, у них будет очень хорошая стартовая позиция. Путь у всех ребят разный. Кто-то действительно продолжит учиться, кто-то станет кадровым офицером. Стоит отметить, что в учебный военный центр ведется целевой набор. Здесь ребята осваивают специальность, радиоэлектронные системы и комплексы, после чего получают звание лейтенанта и заключают контракт на 3 года с Министерством обороны. Я сегодня поклялся на верность Родине и считаю, что выполнил свой самый серьезный долг за всю свою жизнь. Я дал свою жизнь отчизне. Буду доблестно защищать. Ну, конечно, эмоциональный день, потому что твой ребенок принимает присягу. В армию служить офицером. Для меня это давно уже хотел. Трогательно, торжественно. Изначально семья военная, поэтому выбрал именно военную специальность. Присяга – событие действительно торжественное. Здесь и слезы на глазах родителей, и надежды на будущее, а самое главное – желание служить Родине. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».